Ну, у нас тут колдун в студии, алло. И раз, и два, и раз, два, три, поехали. О! О, хорош! Брат, ты не барабанщик там случайно? Есть немножко. Вот я в таком же состоянии сейчас. Как Джонни, да? И тоже факт хочу показать кому-нибудь. Так, погнали. Ой-ой-ой. Отзонивается, hold fast, дальше что, бэкдэш? Он садится, канаболна! Не, я не комментатор, ребята, вообще никак. Так, канабол тройной, черепки летят, кану летит, все в слоу-мо. О, какой стоп-кадр! Стоп-кадр, это я специально поставил на паузу, ребята, игру. Это искусственный интеллект в игре решает, какой кадр выглядит очень пиздато, и надо замедлить его. Да. Я просто поставил онлайн на паузу. Это в моих силах. Так, а блок? Ой, хорош, хорош. Серега пробивает. Ой, как он... Хорошо, как хорошо идет, вау. Защита на уровне. Остается только немножко зазонить. Уж 200 хп остается у китайчика. Так, есть канабол. Так, оверхед не зашел. Ожидаем, ожидаем. Немного еще неправильный матчап отыгрывать. Ему все-таки педалить нужно, как я думаю. Ну да. Так, оверхед. Так, что будет делать китайчик? Ах, дропает. Ай-яй-яй. И сальтуха от Шанга. Слоу-моу. Да уж, с этим точно пора покончить. Давайте. Блин, я даже не знаю, можно так говорить или нет. Я даже готов увидеть только FT2, если честно. Игра против правил. Ну да, реально. Хотя бы лузера надо было точно это FT2 делать. Да. Ну блин, если бы не сеть, да? Ну. То. Ладно. Да не, в принципе, так вроде на турнирах делают. Ну да. Согласен, есть такое. Тем более, ну, там на турнирах, конечно, людей больше всегда обычно. Ну да. Но все равно мы уже сидим 3 часа с половиной почти. Ой, Серега, молодец. И где-то там Кристина дает пропака просто. Она просыпается, а мы еще стримим. Да. Есть такое. Уф, перебивает, перебивает. О-о-о, прессинг. Бабах. Как оверхед не зашел? Я тут, говорит. Мистер оверхед. Хорошо подловил. Ой, хорош, наконец-то прошел захват. Я думал, спешл тут будет, но не было. От китайчика. Так, перетыкивается вниз 4. Так. Насколько я помню, потом кто-то из них выходит на Петю, да? Угу. О, о, о. О, как подловил. Так, что тут будет? Так, спешл. Хорош. Блин, защита у Сереги на уровне. Бам. Хорош. Вот только паниши, вот этого не хватает. Да, ну а так зачет. Защита хороша. Ну да. Очки лежат или что это рядом с Клавой? Непонятно. Да. Ты как моя мать, любую херню заметишь. Ага, а ты чё, очки носишь? Не ношу, но когда херово вижу, то одеваю. Ух ты, это как? Ну, за компом вечером.
Все, давай игру комментируй, а то в прошлый раз Серега на нас обиделся. Другой Серега. Так, так, так. Птичка спец, прием, не работает. И не наказывается, обидно. Блин, жаль, не наказал, но так было прям очень близко. О-о. Оверхед. Хорошо, брейкэвэй. Так, зониться надо, зониться. Успевает Серега поставить блок. Что-то какой-то спецприем у Сереги не проходит. О, так, оверхед. О, попал. 120. О, зашло. Крейн про РДР спрашивает. Я как МК зашел, все, что-то не хочу я в РДР идти. Мне нравится контент делать для МК. Так, ой, тут можно было хорошо яички наказать. Перетрикиваются. Джонни Кейджа. О, хорош, давай. О, наконец-то. Это не наказание, правда, но нормально. Хорош. Так, так. Что тут будет? Серега как Крей не умеет пока это формы менять быстро. Этого не хватает сильно. А кстати, Серега не умеет на Джоне. О-о. О, убежал, убежал, молодец. Тач. Ой, тут. Да ладно. Совсем. Дозонил, дозонил. Так, 2-0, да? Так, давайте. Я смотрю, наслаждаюсь игрой. Ем печенюшки. Если честно, мне больно видеть, как Шансун бьет Джонни Кейджа. Так, так, не расстраивай. Ух, нифига себе. Кану встретились с жопками. Так, тычки-перетычки. Так, о-о-о. Это да. Все-таки захват в этот раз работает. Так, ну тут добьет, да. Зонинг. Так, ну давайте, вся надежда теперь на китайчика. Давай, китайчик. Я топлю за тебя. Давай, ты должен как-то наказать. Это самое искреннее боление, которое я слышал. Да, в конце раунда я становлюсь его фанатом. Давай, ты должен хотя бы один раунд забрать здесь. Давай, 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 давай. Ой, отпустил. Так, под фаерболом можно было присесть. Так, захват, давай его в угол. Так, о, разошелся, давай. Сначала, да? Так, наказание. Серега озверел. Вау, нифига себе ты раздаешь. Почти на 40%. А-а-а, кушает зонинг. О, нет. О, я это тоже всегда жру, хорош. Блин, молодец. Это что, 3-0 уже? Офигеть. Слушай, а в кастомизации у Шансуна как меняется старый и молодой облик? Или какой-то из них не меняется? А, не знаю, у меня сам поменялся. Наверное, только молодой. Да, только молодой. Мне тоже этот вопрос интересовал, потому что молодой я настраиваю, а старый... Я думал, типа... Какой-то палеванный. Какой-то из костюмов будет как скин, а какой-то как снаряжение. Это было бы тоже нормально. Так, что сейчас играет Серега против Пети? Мне надо выходить.